Все серьезно. Завидный холостяк, британский принц Гарри, съезжается со своей девушкой. Поклонницы расстроены. Королевская семья не комментирует личную жизнь принца. Но нашему британскому корреспонденту Оксане Кундеренко удалось разузнать кое-какие детали тайных свиданий Гарри. Конец холостяцкой жизни, ремонт и новая хозяйка дома. Похоже, здесь, в Кенсингтонском дворце, дела кипят. Принц Гарри затеял большую стройку и торопит рабочих, чтобы побыстрее закончили. Все из-за возлюбленной Меган Маркл, которая наверняка скоро сюда переедет. С американской брюнеткой рыжеволосый принц и года не встречается, но все указывает на то, что он настроен более чем серьезно. Пара появилась вместе на свадьбе друзей. Гарри водил Меган на тайную экскурсию по Лондонскому музею естествознания. И хотя на официальных королевских мероприятиях принц по-прежнему один, не исключено, что скоро выведет в свет девушку. Сотрудники дворца говорят, что она частая гостья в холостяцком коттедже Гарри. А теперь Меган собирается менять прописку. Как только помещение переделают по ее вкусу, Гарри, по слухам, лично контролирует процесс. Актриса Маркл объявила о завершении съемок в сериале, который принес ей славу, а значит, сконцентрируется на личных делах. Напомню, она уже была замужем, к тому же старше принца на 3 года, что, впрочем, не мешает их бурному роману. Неужели скоро свадьба? Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».